Вы руководитель языковой школы или детского центра? Молодец! Вы вкладываете в своих учителей, преподавателей, повышаете их квалификацию? Тоже молодец! Но как сделать так, чтобы после того, как вы всему их научили, они от вас не ушли, учителя? Я вам расскажу об этом на конференции. Но больше всего я расскажу вам о том, как построить работу среди преподавателей так, как построить систему в вашем центре так, чтобы если в случае ухода одного из учителей ваш центр не распался, ваши клиенты не ушли за этим преподавателем, а остались с вами. До встречи на Trendy English!